Всем привет, ребят, с вами Малдер. Биошок у нас сегодня значится. Нам надо найти какой-то образец цветка, что ли, розы. Ну-ка, я сейчас гляну. Взять образец розы. Ботаник Джулия Лэнгфорд придумала, как спасти деревья. Она просит вас найти для нее образец французской розы. Идите в гроты под водопадом и сорвите для нее розу. Нам надо розу какую-то найти. Очень-очень странную. Блять, ты опять здесь, нахуй. Ах ты, сука. На, с одного удара, блять, смотри-ка, ушел. Что делается, блять? Как, блять, так, на, нахуй. Бля, а там этот здоровый ведь ходит. Тихо. Стой. Ну-ка, открывай дверь-то, блядь. Блядь. Подожди, здоровый где-то ходит. С девчонкой. Все возьму. Кофе тоже ебну. Где? Здоровый-то, блядь. Потрошки нам не нужны. Вон он. Вон он, сука. Ну-ка, я сейчас пиздану его. Электрическая картечь. Нет, надо обычную. А как, блядь, поменять? Я забыл уже, нахуй. Ага, вот. Картечь 48. Хорошо. Напалм. Погоди, чувак. Стой. Подожди меня, я тебя сейчас ебну, нахуй. Мистер Биглз, блядь. Так, я за деревцем спрячусь. А ты, сука, слишком здоровый, нахуй. Хотя не получилось у меня за деревцем спрятаться, блядь. Блядь, ты чё, сука, охуел, что ли, блядь? Перезаряжать-то эту херню. Где девчонка-то? Рози, блядь. 60 баксов. 60 баксов. Слушай, я ж слышал, что девчонка кричит где-то. Какого хрена? Он один-то был. Он и не опасный, если бы он один ходил. Что-то там светится, кстати. А что это такое? Баллон, что ли, какой-то? Где у меня умение-то? Блядь, да не это, нахуй, и не это. Вот. Жидкий азот. Давайте возьмем жидкого азота. Надо лечилочку взять. Вот что нам надо взять. Черт. Уху-ху-ху-ху. Подожди, убери эту херню. Сейчас я перезаряжу дробовичок и пойдем мы с вами дальше. Гвоздомет. Стальной болт. Блять. Стальной болт. Почему? Почему? Нахер я его убивал-то, блять? Он невинный был. А я его взял, заебашил нах. Это что? Мафа. Ну-ка. Человеческую кровь и распевают «Укротим пламя, укротим туман» и верят, что их ведут древние боги. Ха-ха, стареющие мажоры, которые упиваются плазмидами и называют это амброзией. Слушай, а что это за хуйня в натуре? Там он что-то... Не понял. Я что-то даже идти-то не хочу. Да ну-ка. А, блядь, тут нету быстрой сохраняшки-то. Что это за херня такая? Тут какое-то вино. Вино, что-то, бляха-муха. Кладбище, что ли, какое-то, или... Непонятно. Раствор хлорофилла. Давайте возьмем. Контейнер. А в контейнере нет нихуя. Тут что-то винишко одно только, и все. Вино. Блядь, нахер мне вино-то, блядь? Дайте что-нибудь стоящее. Блядь, тут нет ничего. А чё, в чем прикол тогда? Нет, это не кладбище, это... Какой-то хуй, алтарь, блядь, что ли? И проходов-то нет никуда больше. Ну ладно, хуй с ним. Ух ты, блядь, ёбаный термин! Ух ты, сука! Мутант-маг! Нихуя себе, мы такого первый раз видим. У нас фотоаппарат есть? Мутант-маг. Объект мертв, правда, ну и хуй с ним. У нас такого еще, по-моему, не было, на самом деле. Новое исследование. Уровень повышен. Мутант-маг. Исследовательский бонус. Уровень увеличен. Мутанты-маги уязвимы для противопехотных патронов, блядь. Да, блядь, они против всего уязвимы. Я его пистолетом, он запиздячил, нах. Алкоголь, баксы.
стаканчик дернуть. Где тут кто еще плачет? Сейчас я, блядь. Сигареты я не хочу. Мутант... Бля, опасная херня на самом деле, эти мутанты-маги. Так раз, блядь, и появился из ниоткуда. Сука такая. Вон кто-то бродит, блядь. Это маг? Что ты, сука, тут пиздишь? Иди... Блядь, да как тебе так не попадают-то нахуй? Стой, мразота. А он бегает, блядь, попадает нам. Смотри, да? Еще что ли? Да ты что, блядь, я тебя не убил, что ли? Животное, блядь, стой нахуй. Блядь, прикиньте, мне это говно, блядь, сейчас убьет нахуй. Револьвер. Мутант-стрелок. Чипсы. Ладно, чипсов хочется взять. Можно, конечно, панель... Что, блядь, за панель? А, это этот самый. Дрон. Как бы. А все, тут больше нет ничего полезного. Ну, идем дальше. Вот, видимо, как раз вот этот турель. Деньги. А что еще здесь? Больше нет ничего такого. Ну все, пойдемте. Кто тут, блядь, подсвистывает мне на ухо? Слушай, это вообще очень близко. На самом деле, оно где-то... Блядь, ты пидорюга, а? Да и сзади где-то ебенят нахуй. Сука, я перезаряжаться прям вовремя начал. Пироженка. Пироженка. А где у тебя пистолет-то, скажи-ка мне. Скажи-ка, дядя, блядь. Слушай, ладно, хорош мозги ебать, я что-то тут увлекся. Нам надо идти по заданию. За розочкой. Кстати, вон там хуйня какая-то висит. Ой, что я сделал? Иди-ка сюда. Ева. Инъекция Ева. Так, с пистолетом мы походим. Походим. Что за хуйня? Деньги. Тут, кстати, да, я не со всех деньги собрал. С денег было 500. Пятихаточка. Че, блядь, хорош кашлять-то, блядь? Кто тут нахуй кашляет? Вон они, сука, ебенят кого-то. Блядь, заебали нахуй. Ну-ка нахуй. Сейчас я вас въебу нахуй. Пошел нахуй. Где баба? Куда съебалась? Они кого тут ебашили-то? Здорово, он месили нахуй. А это он с какой-то колотушкой, блядь, бегает нахуй. Или с чем? Они он здорового, блядь, взяли, запиздячили втроем нахуй. Молодцы, хули. Или это я его ебнул, но тогда тоже, наверное, я его ебанул просто. Они над ним глумились, блядь. Да-да-да, я потому что какого-то здорового тут ебнул и оставил у него деньги. Все, что ли? Можно идти? Блядь, пистолет здесь вообще бесполезная херня. О! Где? Ах ты, сука, это турель, что ли, блядь? Готово. А как мне пролезть через вот эти вот электрические херни? Они как-то их выключить-то можно? Слушайте, можно. Неплохо. Неплохо, так они выключаются. Просто... Блять, а где? Откуда? Есть. Фрукты чё? Фрукт хорошие новости. Название, блять, огонь. Мне надо как-то точно, что ли, блядь, попасть по этой херне? Блядь, как мне ебануть-то? А, вот. Ну, было же, было, вот. На, нахуй. Надо очень точно попадать. Просто, и у нас все будет. Есть. Ух ты. Что ты? А что загорелось тут все? Погоди. Я пролезть-то не могу туда? Блядь. Там что-то типа огнемета, что ли? Сука, ебучий рот, нахуй. Эти хуйни сейчас прилетят. Я побежал отсюда. Нахуй надо, блядь. Хорош, блядь. Эй, дверь, блядь, откройся. Сим-сим, нахуй.
Блять, мимо! Мимо, сука! Да еще перезарядка! Ай, два! Ну-ка, я использую аптечку. Да, блять, ты ебучий, ты рот нахуй! Сдохни, мразь! Ушел отсюда, блять, падла! Я потратил очень много потрошек впустую, просто, блять, впустую. Где ты, говно, на? Ебаный рот. Кто так пиздячит по мне? Вы что, охуели, что ли? Охуеть, охуеть, просто охуеть. Вон еще один летает, гандон. А, слушайте-ка, аптечки-то сами, что ли, активируются, на? Серьезно? Серьезно, блядь? А я думал, нет. А я тогда не буду их раньше времени тратить. Эта хуйня у меня отняла столько здоровья, столько потрошек. О! Бронебойки. Бронебойки, нахуй не нужны ваши бронебойки, блядь. Надо... Так, это уж уничтожено. От дробовика патронов как-то набрать побольше. Магазин нам надо увеличить и... Чтобы... Это что такое? О! Новый физический тоник. Маскировка. Ваши враги установили камеры слежения и турели, там, куда вам необходимо попасть. С помощью маскировки безопасности вы можете изменить температуру кожного покрова, обманув камеры и турели и замедлив их срабатывание. Слушайте, неплохая штука, судя по всему. А это что такое? Шестое чувство? Что оно нам дает? Описание. Так. Ладно, оставим ее на маскировка безопасности. Здесь что такое? Что-то моргало, я же видел. Или глюк? Глюк, что ли? Это воняет? Ничего не воняет. Универсальный... Кто? Конвертер. Нам эту хуйню не надо вообще. Мы, кстати, взрывающуюся картечь можем с вами сделать. Слушайте, опять я отвлекся от пути нашего, от пути дорожки. Нам куда-то надо. Вон там маффин валяется, я вижу. Маффин. Револьверный патрон. Блядь, что там за огнемет такой срабатывает? Вон он, сука, там. Ладно, дойдем до него ближе к делу. Посмотрим. Так. Аппарат, он, кстати, валяется на боку. Что-то из него высыпалось. Осколочная. Осколочная, чипсики. Чипсики, блядь. Сломанный торговый автомат. А мне его что, нельзя никак там поднять или еще что-то? Осколочных у меня полный комплект. Камера охраны, пленка, блядь. Пленка. Как пиздануть тут этот огнемет-то, блядь? Это ведь то же самое. Хуй знает. А, нет, смотри-ка, он убивается. Гляди-ка, надо его ёбнуть-то сразу, да и все. А чем? Вот чем. Где у него, блядь? Что-то не видно так хуёво его. А, вон он. Все, ушел нахуй. Ебучий огнемет. Будем ходить с дробовичком теперь. О, аптека. 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 Где... комнатушка, слушайте-ка, какая-то комнатенка у нас здесь. Или это просто проход? Подождите, тут что-то есть. Пленка, раз. Маффин, Ева. А, вон еще что-то. Противопехотные. И кошка, что ли? По всей видимости, кошка какая-то. Ну-ка, послушаем. Инициативность. Если тебе не по душе то, чем занят Фонтейн,
что ж, попробуй сам предложить что-нибудь получше. Грегори, не надо мне жаловаться на силу рынка. А, это такой же маффин-то, что ли? А я думал, они разные. Чё, подожди, подожди, это не то, я не тот взял, что ли? Вот. Я вот этот хотел прослушать-то, или... Здоровый где-то? Где он? Он с девчонкой? Или один? Ну, если он один, я его не буду трогать, то смысл-то, блядь. Ну-ка я спизжу розочку, блядь. Розочку! Ну, давай, хуяч. Отлично, хуяч, хуячик, блядь. Падал. Падал. Вы какой-то зеленый, какой-то другой вообще. Давай, давай, разбирайся тут с ними, а я, пожалуй, пойду куда-нибудь. Мне надо обратно идти. Что тут у нас такое? Какой-то аппарат. Огнеметная турель. А, так вот, мы, короче, ее ёбнули только что. Это вот эта огнеметная турель. Противопехотки. О, дорогой, как хорошо. Это ты говоришь? Инъекция Ева, сумочка. Сумочка, 18 патрошков. Здоровый там носится, блять. Ну пускай носится, хуй с ним. Отключение робота, мы его ёбнули уже. Генный банк. Генный банк. Генный банк. А что мы тут можем поменять? Нам тут, в общем-то, физические тоники делают вас сильнее и крепче. Не хочу я это менять. О, тихо, тихо, тихо. А сюда что-то могу въебать? Не могу. Ну и хуй с ним. Пойдемте. Куда-нибудь. Что там, блядь, за... Что там происходит? На, нахуй. Здоровый, блядь, пиздячит все, нахуй. Там крушит просто. А меня, надеюсь, только он не будет ебашить, нахуй. Контейнер это. Деньги. Смотри, он хуячит и хуячит, прям без передыха их. Молодец какой. Какой, блядь, полезный союзник. Меня не бей только. Все, у него, походу, заряд кончился. Это мина, что ли, блядь? Подожди, что это такое? Картофельные чипсы. Что это за хуйня? Блядь, так и знал, сука. Так и знал, что мина, бля. Ладно, пойдемте. Револьвер. Он тут переебашил просто всех, нахуй. В щепки, блядь. Керосин, деньги, пистолет. Вот твой сородич. Это не я. Это не я его замочалил. Я напиздел тебя. Но было это давно. Генные модификации нам не нужны. Сейчас мы с вами... Слушайте, ну там что-то еще, кстати, помаргивает. Ну-ка, 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 ну-ка. Иди-ка сюда. Деньги. Отлично. Деньги. Сколько там? Блядь, что-то я даже не глянул. Сколько денег-то дали. Да и хуй с ними. Не очень-то и... Не очень-то это и важно. Главное, взяли бабки и все. Так, гранатометная турель. Винчишка. Ну там что-то еще лежит. Слушай, там дохуя что-то лежит. Ну-ка, ну-ка. Еву вижу. А что еще? Автовзломщик. Ко мне его некуда девать. Патрошки. Евка. Вот сюда бросим, блядь. Может пригодится еще. Все вроде бы. Ева-то пригодится в любом случае. Ну, 8 патрончиков, блядь. Сейф. Сейф мы взламывали. Сиги не нужны. Ты
Блядь, что же это за алтарь такой? Тут неужели это один-единственный вот этот маг здесь жил, что ли, блядь? Выходит так? Я не пойму, нам надо найти, знаете, какой автомат? С улучшениями. То есть, где добавляется здоровье, вот эта вот вся шляпа. Это, не помню, как он выглядит. Никакой тебе бюрократии. Один вред от нее. Так, надо было в бочку ёбнуть, да и все, нахуй. Он прям рядом с бочкой был. Керосин. Блядь, керосина у меня, нахуй, скоро это самое, наверное... можно керосиновую фабрику открывать. Потрошки для автомата на палм картечь. Я куплю картечь. Это сколько? 6 штук? 6 штук. Ну, давайте как раз. Патроны для автомата. Ну, все. Револьверные патроны. Я что-то, честно сказать, не вижу в них смысла, блядь. Бесполезная херня. Лучше картечь сразу закупить, да и все, нахуй. Ты принес сразу Галику, ну так чего же ты ждешь? Письменного приглашения, посылая ее по пневмотрубе. Это пневмотруба! Вот это, оказывается, как называется. На. Да, превосходно, превосходно. Зайди ко мне в кабинет, я сейчас тебя впущу. Сейчас зайду. Как нам вернуть в лес зелень? Сейчас зайду, дамочка. В твой кабинет. Ключ доступа. Вот, что-то новое. Инженерный тоник. Оригинальный генотоник. Хакер-эксперт от компании Superhacker. Хакер отключает сигнал тревоги и помогает избежать перегрузки. Это необходимый плазмид линейки Superhacker. Слушайте, вот это вот, блядь, да. Вот это вот охрененная штука, наверное. Стол обыскать. Ничего нет на столе, охуеть не встать. Это что за ебало? Что, действительно, что ли, в столе ничего не лежало? Маффин. Осталось ли тут хоть что-нибудь, что не растащили эти дикари? Бумажные полотенца, чернильницы, даже мои старые подшивки географического обозрения. Небось украшают ими теперь свои мерзкие алтари, проклятые маньяки. Я тут везде подключала систему безопасности, так что стрельбы не будет. Заходи ко мне. Да, я знаю про... Отключил систему безопасности? А что за время-то у меня идет? Если роза Галика зацветет, тогда богом клянусь, я буду точно знать, что все получилось. Быстрее, закрывается! Ну ладно, иду. Но кто-то должен найти способ вернуться и проверить образцы. Это очень важно. Подожди, а что у меня время-то идет, блядь? Стол. Блядь, нахер я сигареты-то выкурил, ёпты, блядь. Вот еще один маффин. Кто сказал, что старого пса новым фокусом не выучить? Сперва женщина-биолог 4 года придумывает способы, как очистить от листвы деревья в Тихом океане, чтобы распугать япошек. А теперь, вот, я сижу на дне Атлантики и пытаюсь сделать то же самое, только наоборот. Адам. Джин помножить на атомную бомбу, помножить на Еву и змея. И поглядим, что из этого будет. Или мне надо бегом прям добежать до нее. Может тут идти, блядь, 3 километра, ну. А мне всего ничего времени дается. Что-то я мозги ебу. Вон она, хуль тут идти-то. Джулия, мы заключили сделку, ты и я, разве нет? Позволь, я тебе зачитаю контракт. Раздел 3, параграф 4. Мистер Райан. Райан Корпорейшн сохраняет за собой эксклюзивные права на создание, использование и применение препарата лазер. Погодите. Нет, прошу вас. Право собственности – это цивилизация. Мистер Райан. Это пароль она какой-то нам написала. Слушайте, молодец какая. 9-4... Ой, блядь. 9-4-5-7. Надо записать, что ли? 9-4-5-7.
Блин, бабёха, препарат Лазаря. Лазаря. Ну-ка, сейф, мы сейчас ебанем. 9457. 9457. Хорошо. А как мне щелкать-то, блядь? 9457. Да? Да. Готово. Отличненько. Ключ от рынка. Формула. Формула. Формула препарата Лазаря. И деньги. Угу. Быть чертовым гением, когда рядом некому это оценить, одни тупицы вокруг. Я создала препарат на 99%, я уверена. Мне всего-то и нужен бутон розы галлики, чтобы подтвердить анализ. Дистиллированная вода, чуть-чуть хлорофилла, энзимы, выделенные из медоносных пчел. Все правильно, мелочка, пчелиная слюна. У вас есть сложное задание. Просмотреть все части этой цели и выбрать активное задание. Стрелка и карта укажут вам на активное задание. Слушайте, а что за сложное задание такое? Ну ладно. Вот это что за ебало такая? Химический распылитель. К холоду, блядь. Ох, блядь. Я понял, это у нас... На цифре 7, что ли, блядь, да? На семерке. Ну, я нахуй. Не будем пока его использовать. Что здесь у нас такое? Управление турбообразователем. Выберем карту, что такое за сложное задание такое у нас тут. Аркадия, продуктовый рынок. Ух ты ж, блядь. Нет. Сообщение. Задача. Найти 7 частей дистиллированной воды... Найти 7 частей раствора хлорофилла. Ну, вот у меня 4 уже есть, как бы, да? А здесь что такое? Лэнфорд нашла способ оживлять мертвые растения с помощью генной инженерии. Ее так называемый препарат Лазаря должен обратить эффект гербицида Райна. Чтобы создать препарат Лазаря, понадобится 7 частей дистиллированной воды, раствор хлорофилла и образцы энзимов. Соберите эти ингредиенты, загрузите их в универсальный конвертер и создайте препарат. Все просто. Где препарат, где вода и... Хуя тучу, блядь, еще ингредиентов, на. На самом деле немного. На самом деле чуть, совсем чуть-чуть. Чуточку. Сука, как мне отсюда выйти-то, блядь? Стол. Стол. Но тут больше ничего нету. Может, какие-то еще вещицы тут лежат. Тут нету. Нихера нету здесь. Странно, блядь. Ну ладно. Вон что-то там зеленое светится уже. Тебя въебу сразу, нахуй. Тебя тоже. Все, что ли? Блять, там ебучая камера это. Отключение камеры-то у нас есть. Отключить робота. Блять, да что такое, нахуй? Где? Где, сука? Кто по мне валяет? Слушай, что-то, блядь, горит, нахуй. Сейчас пизданется ведь, да? Пиздануло. Ну, пиздануло. Открывайся, блять. Открывайся. Рыбы плавают, блядь. Блин, нам надо камеру въебать. Это прям первоочередная... Да что? Кто пиздячит-то? Пошел нахуй. Ну-ка сейчас... Перезарядим. Где вот она? Вон она. Падла ебучая, нахуй. Кто-то еще пиздячил? Где-то еще турель есть? Или нет? Или... Чё это, блядь, было? Чё это за хуйня такая была непонятная? Я вообще что-то не понял, что произошло. Ах ты, Макс, сука! Было весело.
Раствор хлорофилла, кстати, я собрал еще один. Кто орет? Орет. Ты здоровый? Мутант Мак. Девчонка лезет. Сейчас его надо ебнуть нахуй тогда, да? Спасибо, мистер Би. Угу. Быстрее, мистер Би. Надо куда-то найти место, где спрятаться можно. Он меня увидел? На нахуй. А, хорошо прошло. Сука, опять перезарядка-то ебучая. Давай, давай, давай. Так нахуй ушел, мистер Би. Где ты, девчонка? Бабблз, блять. Я буду в спасители сегодня играть. Спасатели, блядь. Спасатели, вперед, блядь. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. 48 баксов, а что, как мало? Как ловко они туда запрыгивают, ну. Я готова ко сну, мистер Бабблз. Ко сну она готова, хорошо. Слушайте, блядь, с этой хуйней... Нет, все. Больше у нас нету ничего. Ни хрена, универсальный конве... Электрический гель? А что за гель 25? Что-то я не помню. Нахера он нам нужен, этот электрогель? Сука, тут что-то, блядь, валяется всего полно, да? Гаечный ключ. Нахуя вот он нам... зачем он нам нужен? Гаечный ключ-то... Самое хреновое, я не знаю, куда идти, блядь. Где у нас карта? Вот карта. Нижние холмы. Вестибюль. Гроты под водопадом, наверное, все-таки. Рынок. Сад собирателей, генный банк. Медпункт. Отключение робота. Исследовательская лаборатория. Чё, блядь, тут за хуйня? Я не знаю. Медпункт. Мы, кстати, прям рядышком с медпунктом где-то находимся. Зарядить оружие? Ага. Спасибо, что напомнил, блядь. Картечь. Блядь, картечь 54. А, сука, я же его не взламывал, этот замок-то. Ладно, хорош. Пойдемте уже куда-нибудь. Вот, кстати, медпункт у нас есть, да? Я слышал где-то... Я слышал эту хуйню. Слышал. Ушла нахуй отсюда. Лечение. 16 баксов, блядь. Ну, давай, хуй с ним. 16, так 16, блядь. Ебаться просто с этим. Ух ты. Просто не очень охота. Долго все это? Труп. Труп. Тут закрыто у нас. А какого хуя это закрыто-то здесь, а? Может, пролезть как-то можно. Да ничего тут нельзя, походу. Нет. Давайте пойдем тогда обратно, что ли. Отключение роботов нам не надо. Ну, там нет ничего в этой стороне. Я все вроде тут собрал, блядь, как бы. Хуй её знает. Ничего не вижу такого полезного для нас. Тогда пологие холмы. Пологие... Советую начать с деревенской ярмарки. А где? А, вон, смотри-ка, у меня этот GPS появился. Деревенская ярмарка. Хорошо. Последуем совету Атласа. Ушел. Ух ты, сука, я не убил его с одной пули. Подожди, где? Еще где-то этот ходит. Здоровый. Тут нету. Где-то наверху он, походу, прохаживается. А где вот? Ева. Ну, Еву нам не надо. Ева у нас уже полная. Полная Ева. Блять, кто сломал аппарат? Медицинский. Суки. Аркания, что? Почему, блять, не переведено? Скоты. Лентяи, блять, скоты. Не перевели надпись, на. Волки позорные, я бы так сказал даже. Это у нас бронебойки? Да, это бронебойки. Они нам в хуй не впились.
А вот здесь, по-моему, мы еще не были с вами, да? Сука, там этот самый летает. Дрон, блядь. Ебучий. Маффин. Слушай, ну-ка я ломану робота-то, блядь. Пускай на нас херачат, блядь. Где? О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Спокуха. Где, блядь? Вот сюда нам надо. Так. Отлично. Пока все идет по плану. Нормуль. Сейчас, блядь, не туда. Нормуль. Сейчас все будет. Да куда? Где вход-то, блядь? Ёпты, мать, нам туда надо. Охуеть. Охуеть. Да не сюда. Где же, блядь, еще-то трубишка нам нужна? Вот такая. Вот. Блядь, я сейчас сдохну ведь. Секунду. Ёптую, сдох нахуй. Да ладно. Где, блядь, труба-то? Вот такая труба. Блядь, это что хуль току-то? Тупик. Сука. Робот отправлен из-за сработавшей сигнализации. Сука. Ебучий рот, а? Ёбаное говно. Как так случилось? Где эта херня летающая? Пошли вы нахуй. А это что за горящие ублюдки, блядь? Эх, я ему дила, блядь. Надо же так лохануться. Сраного робота, блядь, не мог взломать. Ах, блядь, они тут нахуй. Они везде, они повсюду. Они повсюду, блядь. Эх, сейчас я потрошек-то тут потрачу нормально, блядь. За минуту тут целую. 10 секунд. Готов. Где еще? Где? Где-то летает, слышу, блядь. Вон он. Ах ты, сука, с одной пули не ушел. Что за хуйня? Все. Охуеть, как я лоханулся-то, а? А, у меня потрошки все уже. Не очень хорошо. Не очень. Ну что, ребят, давайте продолжим в следующей серии поиск наших ингредиентов. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Малдер. Всем приятного просмотра. Всем пока.